И всем привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами, как всегда, Кунька Присус, как всегда, на моем канале. Так, смотрим. Первый трейд наклейка Кёльн 2014. Была у меня одна забавная история. Как-то я челу дал за Кёльн наклейку на Нитро переплату, по-моему, в 4 доллара. Знаете, сколько он мне переплатил за внимание? 15 центов. То есть он меня там поимел на 3 доллара 85, по-моему, центов. А также и здесь, народ, несмотря на то, что это Кёльн 2014, и типа даже, может, на дорогая наклейка, она на дешманском скине, который вообще ничего не стоит. Поэтому и переплата за нее будет максимум рублей 10-15. И несмотря на то, что, да, типа по-правильному можно, типа, просить до 10%. Да, есть такой нюанс, но найдите еще человека, который будет купить у вас ее готов, либо обменять по 10%, потому что в основном контингент таких людей, которые вас будут спрашивать за эту наклеечку на этом пистолете, будут говорить, а сколько тебе дают мани. А мани за такое говно, на таком говне, ни говна сушеного не даст. И максимум будет переплата небольшая. И опять же, сейчас вам покажу еще один нюансик. Это чуть попозже, тогда в конце видео. Так что такое отклоняется. Плиз, всегда хотел неонуара на моем углаке еще на около 60-70 рублей. Да, возможно, реально 60-70 рублей не стоит, но ЗХСа Аришка всегда хотел. То есть непонятно, то ли трансвестит, то ли раздвоение личности. Ну, в общем, Аришка воришка и получает черный список. Почему? Если бы он всегда, или оно, давайте его оно будем называть для удобства, хотел бы всегда глок на нуар, а глок на нуар стоит дешевле закаленный в боях, чем его глок королевы пуль. Так что он просто пытается заработать, а вот это всегда хотел, не хотел. Всегда хотел бы, пошел бы просто, купил бы на каком-нибудь, не буду говорить, на любом ресурсе, себе скинчик. Докинул бы, тебе надо докинуть 200 рублей, да возьмем еще пускай по максимуму процентов 10, 200, так, 220 плюс комиссию возьмем за пополнение, 230. То есть за 230 рублей можно было бы апгрейднуть данный нуар. Либо же более сложным путем продать это, докинуть в Steam. Докинуть в Steam я знаю как, если хотите будет видеоролик, но хотя сейчас я не вижу в этом смысла. Ну, в общем, можно в Steam закидывать, если чем. Вот, то есть закинул в Steam, поставил автобай подешевле и купил себе этот глок. Но нет, он просто хочет с халявы, ну, хочет 200 рублей просто сверху, просто так. Вот почему я таких также закидываю черный список. Народ, это трейд. В трейдинге, если вы будете таких жалеть, вот таких жалеть, да, то есть и будете им переплачивать то, за что они хотят, да, и просто так дарить им какую-то сумму, они, во-первых, никогда не начнут двигаться, во-вторых, вы потеряете деньги. Надо думать прежде всего, что деньги – это ваше время. Время, да, то есть либо время ваших родителей, если вы пополняете всех деньгами, да, то есть они потратили время, чтобы получить деньги. Соответственно, вы просто подарите кому-то свое время. Вот вы готовы к этому? А нет? Или да? Напишите в комментариях. Также советую посмотреть фильм «Время». Вот к чему это все приводит. Просто там были не деньги, а прям напрямую время. То есть не конвертирование времени в валюту. Поэтому я всегда дико бешусь, когда вот, ну, это еще ладно. Вот это, когда мне просят скины, когда мне просто хотят трейдом скины забрать, да. То есть, ну, при этом никак, ничего не давая мне взамен. Поэтому я бешусь, я трачу на это свое время. Даже вот сейчас я с вами разговариваю, записываю видеоролик, это контент. Плюс я трачу время на то, чтобы посмотреть, посчитать. Плюс я это потратил время, чтобы найти это все, да. То есть, и я человеку просто за свое же потраченное время должен просто с нихера, ну, типа, почему? Вот опять же, смотрите, вот этот клон полетит в черный список. У него есть на 300, да, то есть М-ка стоит еще дороже. У него есть на 300, но он дает мне здесь 2500. То есть видно даже, что вот здесь вот не хватает пару скинов, да, то есть это глока вот этого не хватает, чего-то тут еще не хватает, ну, мозгов его не хватает, у него не хватает, понимаете? То есть он за меньше, ну, более дешевый скин дает больше, чем за дорогой. Ну, мои комментарии здесь излишне, я не знаю, в принципе. А здесь так наклеек, Кёльн 2015, также в Кёльн 2015 ни хрена не стоит, ни хрена не ценится, так что не надо считать, что это, 2015, нет, народ, даже катарист 2015 не такая дорогая, как 2014, именно 2014 почему-то это прям вот самые дорогие наклейки, ну, одни из самых. Потому что даже есть наклейки, которые как не связаны с Катовице, с Мажором и так далее, и с Кёльном. Они тоже стоят очень до хрена. Там, типа, есть арфа голографическая, если я не ошибаюсь. Она стоит тоже бешеных денег. Так, здесь тоже у нас, это помните, в рубрике «Ликвидные калаши» я вам говорил, то, что на африканок очень-очень-очень много стоит автобаев. Вот по такой причине. Чувак по-любому ее вырвал по автобаю. Сомневаюсь, что он сам с кем-то затрейдился. Ну, еще всякий ширп, мусор, естественно, такое отклоняется. Как я уже говорил, я этого человека добавил в черный список, раз он не понимает то, что я не хочу обмениваться. Ради правды он дает мне в плюс 5%. Вот честно вам говорю, народ. Плюс 5% даже дает где-то плюс
6%. Но, во-первых, это на 3 размена. Во-вторых, метеорит не хочу, ночь не хочу и браво не хочу. Я ни один из этих скинов себе не хочу. Браво, его обменивать очень-очень тяжко будет, потому что, ну, камон, кто любит открывать дорогие кейсы? То есть, ну, обычно эти кейсы порой выпадают в катки, да, и ты такой думаешь, блин, лучше я его продам и куплю какой-нибудь дешманский скинчик, да, допустим, пускай там за 100 рублей кейс какой-то упал, ты его продал и за 100 рублей купил себе скин. Вот, а такой кейс, ну, кто будет открывать? То есть его на трейд искать очень-очень долго надо будет. Следующий трейд, это мне трейд на доту, также добавил этого в черный список, не знаю, как он меня нашел, я пишу только на дота форум, ой, на CSGO форумах, зачем он мне... Увидев, что я, наверное, играю в доту, все-таки предлагает доту. Если бы я хотел доту, я бы писал на дота фарма, на форумах. Я пишу только на CSGO. Такой черный список. Человек не умеет читать, значит, с ним, ну, нет смысла. Поняшка. Я бы тебя назвал не поняшка, а попрошайка. Какая-то дура с косоглазием. У нее на аватарке такие же. Ну, не знаю. Типа, сфига ли я должен тебе дарить что-то. Но дура у нас с косоглазием хотя бы дешевый скин просила. Вот, это опасно, но мне почему-то читается, знаете, не знаю, вроде по шрифту похоже на опасно, но мне почему-то читается отсталая. То есть отсталая баба. Ну, тут если отсталая, что поделать. С долбоеба спросу нет, как говорится, хоть поделать. Следующий трейд, поношенный скоростной зверь, также имеет Бостон 2018, возможно, что-то стоит, возможно, не стоит. Естественно, такое мне неинтересно, поношенный закалку. Я в инвентарь себе точно брать не хочу на один ликвидный скин, даже несмотря на то, что это плюс, но я даже не считал это по бафу, потому что я вижу поношенный скоростной зверь, это все неясно стало теперь. Поношенное, сразу до свидания. Человек просит себе 100 рублей, ой, 1000 рублей по стиму, ну, сразу видно. Высокий интеллект у человека. 1000 рублей по стиму, по бафу выходило что-то около 60-70 юаней, он себя просил в плюс. Естественно, такое отклоняется, ну и забывается, и все. Кстати, по-моему, уже не первый раз я получаю от него клоунский трейд, надо будет посмотреть, если да, то закинуть его в черный список. И еще какой-то здесь типа стикеры, вообще не понял, на каком тут стикеры. Вот реально типа стикеры, а чё где? Ну типа здесь дешман, просто дешман полнейший, блять. Здесь тоже я не вижу чего-то такого дорогого. Они не голографические. Ну, не знаю, типа, чел хочет по 100% от одной наклейки, от каждой наклейки, что ли. Ну, это клоунада. Это просто клоунада, если честно. Вот, по поводу инвентаря. Инвентарь уже вовсю ломается. Уже проданы почти все скины, которые я хотел бы продать. Ну, понятно, кроме этого, но он еще в автобане. В бане просто. Ну вот, обмотки рук осталось продать, и все, в принципе, все, что надо, я продам, продам. Уже сегодня прилетела одна покупка, но, к сожалению, я не смог ее принять, я спал. Я такой человек, я сегодня решил отоспаться за всех, за вас, пацаны, ну, короче, проспал трейд, проспал покупку, ну, тоже не критично, посмотрел, там ничего такого прям сверхклассного не было, просто ножик как ножик, а какой именно, узнаете уже, надеюсь, завтра. Ну, а на этом у меня сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы посетить новые видео или стримы, ну, а с вами был, как всегда, Кунька, желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота, всем спокойной ночи, тьфу ты, всем пока.